Все в класс, срочно, урок начинается! Давайте будем смотреть... Чего? Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на новое видео! С вами сегодня, как всегда, Олег Кофе, и мы продолжаем играть в Among Us с новой картой школы! Вам безумно понравилась эта карта, особенно новые роли учителя и плохого ученика, поэтому посмотрим, кто у нас сегодня не будет выполнять домашку и кто у нас будет сегодня опаздывать на уроки! Ведь сегодня в серии я буду играть исключительно лишь только за предателя, то есть либо за учителя, либо за плохого ученика, поэтому интересно посмотреть, что же из этого получится! Ну что ж, друзья, всем же приятного просмотра! И приятного аппетита! Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, если вы хотите больше эксклюзивных модов Among Us. Ну а мы начинаем! Погнали! Ой-ой-ой! Вот это мне прям очень нравится! Вот это мне прям реально очень нравится! Итак, теперь я просто плохой ученик. Да-да, так что давайте также просто выполняем задание и как бы максимально фейкуем и постараемся просто заточить сейчас эту катку. Все, просто отыгрываем максимально мирного игрока. Давайте здесь выполним проводочки. Да-да. Вот здесь мы проводочки выполнили. Теперь давайте карточку выполним здесь. Да-да. Вот. И теперь, наверное, давайте пойдем. Могли, в принципе, сейчас Литпут убить, но Литпута, наверное, лучше оставить куда-нибудь на потом. Так, давайте встанем сейчас здесь. Типа мы собираем пробирки, как бы да. Вот, максимально фейкуем заданиями. Доме, здравствуйте, доме, привет. Так, все, здесь мы пробирку сделали. Теперь давайте встаем сюда, выполняем здесь задание с астероидами. Пока что просто, ну, не подаем никакого виду, просто как бы выполняем задание здесь и все. Так, по саботажам. Свет у нас пока еще не работает. Так, все, я настрелял. Я настрелял здесь отлично астероиды. И можно, в принципе, пойти. Погоди, они там что, сканирование проходит, что ли? О. Она в спортзале. Последний раз видел в спортзале знатный спорт. Бля, без знатного опять отъехал. А, смотри, это не Литпут, не Доми, потому что мы с Литпутом были, по сути, с самого начала. А, нет, хотя подожди, Доми, в принципе, мог быть, потому что мы... Короче, это точно не Литпут, мы бегали с ним с самого начала игры, как бы, и... Доми, а почему не ты тогда? Не, я сказал, нет, что я мог нет, бы. Нет, Доми мог быть, потому что мы... Доми подбежал позже, да. Потом к нам еще подбежал в лабораторию Чупикс, как раз-таки примерно... Да. Откуда ты прибежал, Чупикс? Снизу. От труп... Кстати, примерно там и пересекались, мы как раз на данной... Спортзале, говорите? А потом мне куда-то шел. Подожди, Доми, откуда ты пришел? А я со спортзала пришел, но там был знат, и я его оставил и пошел в этот мед. Труп знато оставил? Я при том, что до сих пор в спортзале. При том, что я там до сих пор. А вы говорите, там труп как? Где он именно? А где именно труп в спортзале? Ну да, спортзал огромный, там легко потерялся. Я забежал... А с кем я пересекался с левой стороны? С Литпутом, да? А Литпут и Доми, и я. Не, я не видел Чупикса, наверное, с Литпутом. Я видел. Я, короче, побежал на... Я просто по часовой стрелке делал задание. Я пошел в спортзал и решил чекнуть трупы в спортзале. И смотрю, с верхней части спортзала, вот справа от щитка, вот там вот труп урагана был. А как знак, не заметил? Я не знаю, там, там справа... Зал, там, то есть зал, не там около люка, большой, там зал большой, не около там... люка. Типа, легко. Я... Ну, это именно, что-то знаешь, целенаправленно надо проверять все уголки просто. Вот. Я да, короче, но это стопудово не легко. Может быть, одну черту сейчас импостера поймал, если так есть, я скажу после катки. Свою? Let's после go. Катки? Там, после там, катки? Так, ну, когда? Когда закончится катка, если подтвердится, то я скажу одну повадку, которая замечается у импостера. Давай. Ну, слушайте, по-моему, все идет своим чередом, и все идет очень хорошо. Вот, то есть я продолжаю отыгрывать роль максимально мирного игрока, и у меня вроде получается даже каким-то образом это делать, поэтому давайте выключим сейчас свет и сразу его починим, конечно же. Я же мирный игрок, ребята, вы что? Я же абсолютно мирный... Так, а тут у нас... Ага, понял. Все, так, отходим от всех и побежали как раз-таки сейчас вниз. Так, надо убить Аси, наверное, каким-то образом, да? И, собственно, давайте посмотрим, где он... А, нет, здесь нету... Но нам осталось убить... Вот, Аси у нас здесь есть, да? Так, блин, надо план отхода себе найти какой-нибудь. Ну, я так, чисто проверяю, понимаете, да? В принципе, мы могли уйти сюда, здесь, по идее, вентиляция должна быть. Здесь есть вентиляция. А чё, мне интересно, кстати, Джонни проверяет? И почему сад не активируется саботаж на там всякие классы, не классы, вот это все. Ладно, посмотрим. Где он на Джонни стоит? О, наконец-то. Ой, погоди. Я нашел труп Джонни. Короче, смотри, Аси, мы с тобой разминулись в левом уголке, уголку карты. Я побежал этого направо. Вот, потому что мне показалось странным, что, в принципе, я увидел трех человек, по-моему, или сколько? Я... Да, трех. Я видел я трех. Не знаю, подожди, видел, знаешь, Олег, мне либо показалось... А где труп был? Скажи, либо Чупик с люка вылез слева.
тебе показалось явно. Потому что я когда подбегаю туда, ты у меня тоже к тебе была претензия знать, то, что ты не делаешь задания, а просто бегаешь на сафари. Не, я видел, он делал задание, видел. Вот сейчас мне показалось, короче, что мы сейчас в спортзале были, я знатый Аси. Люка. Я знатый Аси. Не знаю, как, но, блин, мне кажется, это чупец. Смотри, труп находится рядом с классом, где вот первый... Я охерел, когда увидел, когда вот саботаж начинается, первый класс, в который надо забежать, чтобы это... Чтобы в сейф-зону зайти. Слева, сверху, возле люка. Смотри, я поднимаюсь какой наверх, вылез, активируется вылез, вот этот саботаж понял. С домашкой, я встаю на книжку, и у меня просто репер загорает сразу, и все. Я-то скан прошел, мне-то чё? Литпут прошел скан тоже. Литпут прошел скан, я ему стопудово верю. Всё, мы с ним... А, подожди, вы прошли сканирование? Кто с кем прошел? Кто с кем прошел сканирование? Это самый репорт. Это не сам... Не-н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 е! Это не самый репор. Я вам еще раз говорю, я нашел труп. Я нашел труп. Вы что, рофлите, блядь? Не, вы все правильно сделали. Вы сейчас... Короче, это знатый он вылез. Вылез. Не, он вылез. Я не голосовал тебя, чупик, сейчас я не голосовал. Ну, знат точно. Я в знат сейчас голосовал. Потому что я... Конечно, голосовал я в знат, конечно. Все, дождем перезарядочку на убийство. И надо просто активировать саботажик, саботажик, саботажик. Свет выключается у нас, выключается. И бежим мы наверх, чтоб убить кого-нибудь сейчас. Давай. Так, а наверху... А где? А вот и все! Еп! Ну, я их закинул, да. Let's go! Я не знаю, кто третий кинул в меня. А, это Ася, это был не самый репор, да. О-ля-ля! О-ля-ля, ребята, что-то попёрло прям нехило так на самом деле. Прям вообще нормально, да? Так, давайте, ну по классике делаем абсолютно то же самое. Встаем на вот эту канистру с бензином. Значит, ее заправляем сейчас, да? Вот, потом, ну давайте, ладно, встанем вот сюда на задание с карточкой. Почему бы и нет? Ждем, пока у нас доступно будет вот это вот все, как бы, да? И уже после этого что-то будем предпринимать. Так, все, здесь мы задание выполнили. Блин, надо вообще-то найти, наверное, кого-нибудь, чтобы, ну, хотя бы с кем побегать, ну согласитесь, да? Привет, носатый! Привет, мой друг! Да, так, давайте мы теперь заполняем, ну тут, ну, точнее, бензинчик заливаем, да, вот сюда. О! Да-да, где? Да ебать, как я испугался, ёбаный в рот! Так, глич получается, импостер. Я думал, меня ураган убил! Да, мне не нравится реально по эмоционалу, предлагаю сразу кика сразу, да. Да да я шучу. А куда ты, Джонни, побежал? Ты в сторону спортзала побежал, но не зашёл? Меня Литпут сейчас видел. Я видел сейчас, я мимо тебя пробежал. Короче, я видел вот сейчас только, что ко мне подошел Литпут. А меня ты не видел. Понятно. Я видел. Да все понятно. Я видел только, Я видел только то, что Литпут АФК стоял, я пошел в левую сторону. Тебе все равно разве, на меня. Разве ураган попозже же подошел? Да. Я с самого старта, вот типа, где меня заспавнили, я сразу побежал туда. Я мапу открыл, типа, и бегу. Все, так, один килл есть, это хорошо, это очень-очень-очень хорошо. Надо ускоряться, потому что игроки мирно собирают уже много-много информации. Вот, поэтому давайте мы еще раз, да, вот сейчас побежим просто наверх, куда-нибудь вот сюда. И постараемся что-нибудь интересное такое. О, носатый, здорово. Пока что не будем тратить саботажи, просто так, пока оставим их лучше на какое-нибудь хорошее время, на благое, как бы, да, время. Вот, поэтому пока не будем их трогать вообще. Здесь мы все сделали и побежали теперь на эту часть. А носатый там и будет так и стоять? А ты что там стоишь, слышишь? Так, ладно, давайте просто глянем, посмотрим, доми у нас здесь, да? Глич у нас тут, ну ладно, давайте снова к канистре подойдем сейчас и... Да шо ж... Так, а где сейчас? Прям между медициной, ну точнее, сканом и метеоритами. А можно спросить, доми, ты... Тихо, секунду. Доми, ты кофе встречал? А, да, только что он шел сверху вниз, в левой а части. А ты где нашел? А, прям... Меня а, Джонни видел, я выбегал. Не-не-не-не, меня Джонни видел, он... А Люка нету там? А, где? Там есть, на скане. Есть Люк. Ну, потому так... что кофе съебывался, это прям конкретно, блядь. В смысле, я бежал из спортзала, только что Джонни меня видел, что я бежал из спортзала, и бежал вниз. Я просто бензоколонки. Потенциально. Короче, Олег понял мою тактику, и, скорее всего, он мог, типа, прыгнуть. Нет, я не понял твою тактику, а что ты хотел вообще? А ну, расскажи. Я просто, ну, вижу, что ты там стоишь, но я не понимаю, для чего.
С другой стороны, я не хочу вкидывать на Аси, потому что логичнее было бы убить Литпута и зайти в люк. Эрзоня, если бы я был предателем, тебя уже убил давным-давно вообще. Но я про это подумал для того, чтобы типа на свою сторону переманить и меня не убивают. А у вас не возникает вопрос, почему я жив? Типа, Джонни, я бы не успел из вентиляции, потому что я в вентиляциях еще вообще не ползал, типа, понимаешь? У меня вообще рупор у Литпута, а кофе будто мертвый. А, нормально, понимаю. Так, ну и вот тут уже, понимаете, ребята, подозрения идут в мой адрес. Хотя я еще никого не убил, между прочим, понимаете, да? Я отыгрываю максимально мирного игрока. Так что, как бы, ну, сами понимаете, да, что мне просто, ну, сейчас нельзя просто как-то тупо спалиться. Вот, так что постараюсь сейчас отыграть нормально. Блин, а Джонни там до сих пор стоит, да? Джонни до сих пор здесь. А, нет, смотрите, ушел, засранец. Ушел. Так, здесь у нас кто-нибудь есть? Вот здесь у нас ураганчик. Давайте делаем вот так вот. Все, и уходим отсюда и бежим выполнять... Ой, точнее, бежим в класс. Бежим в класс, вот и все. Наша задача как можно быстрее добраться до класса. Здорово, Тата. Здорово, привет. Привет, 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 привет. Так, 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 так. Все, встаем на задание пока что как раз таки здесь, и все. Чупикс, по сути, даблкил осталось сделать. Чупикс осталось, по сути, сделать даблкил, и все. Так, все, отлично. Это мы сделали. Прекрасно. Так, что у нас там? Задания наверху есть какие-нибудь? Нету заданий там у нас. Вот, задание с листочками в натуре. Давайте станем здесь. Чупикс, даблкил осталось сделать. Даблкил, по-моему, если я не ошибаюсь. Чупикс, чупикс, чупикс. Найс. Я думаю, нас не трогал. Лит умер? Ема, что так, подожди. Тата с вами только что был. А, подожди. А я не видел, кстати. А подожди, сколько у нас трупов? Чё? Подожди, я тоже Тату видел сейчас. Бля, я только что кнопку хотел нажать, чтобы спросить у Тату, типа, а куда ты делся, когда в правую сторону? Я был в кабинете, сейчас выполнял задание с листочками. В каком кабинете? В верхнем кабинете задание с листочками. Вот, два кабинета. Кстати, да, я кофе видел в верхнем кабинете, я побежал сейчас в сторону туалетов, и все, и репорт. Мне не нравится эмоционалось. Нет, просто Чупикс такой, каком кабинете? А, да, точно! Так там два кабинета, Ася. Мне не понравилось. Вообще не понимаю. Подожди, Тата только что был с вами. Или как? Сука, ну все, короче, тут не Женя что-то ну, вроде Женя, да, но... Женя, я не помню. Подожди, Ася, ты Тата где видел сейчас? Смотрите, когда вот закончилось, блядь, перемена закончилась, короче, все там бегали. Все там бегали. В смысле, Чупик? Ну вот у меня подозрение, Аси, кофе. Я пошел, чтобы у меня было сначала только кофе. Сейчас Аси и под конец, блядь, еще и Чупикс, пиздец, короче. Let's go! Куда его? Короче, я вот просто как шопой чувствовал, что это. Let's go! А Чупикс как, блядь, висительная падла на меня напала сразу, первую секунду меня грохнула. Да что за фигня? Да почему у меня третий раз подряд, третья катка подряд предатель? Ну как так вообще? Я по идее должен этому радоваться, как бы да. Так, а вот это что за класс, кстати, интересно, нифига себе. Ладно, окей, так как я плохой ученик, да, мы должны с вами выполнять, естественно. О, давайте саботажик починим. Саботажик мы сейчас починим. Только я это уже какой-то неплохой ученик, а добрый наоборот. Все, саботажик починили, отлично, прекрасно. Так, здесь бегает у нас Аси Чупикс, ага. Давайте будем смотреть. Чего? Подожди, вопрос, кто-то умер сейчас? Драго мне показал. Стоп, тоже Драго показал. У меня, я просто сейчас поднимаюсь наверх, и там лежит два трупа того цвета, которые были в лобби. Подожди, здесь у нас бегает голландский, здесь у нас... А, нифига себе, сколько людей! Так, здесь у нас что-нибудь есть? Там у нас Литпут выполняет задание. О, нормально, я как раз пока стану выполнять задание, типа, да? Типа фейкуем. Значит, опять получается, я плохой ученик, а Джонни у нас учитель. Окей, все, хорошо. Так, я как раз выполняю задание. Я выполняю задание, как я понимаю, это задание с кнопочками, поэтому мы его выполнили, все. Всех класс, срочно, урок начинается! Так...
что дневник не принес? А? Двойку кому влепить тут сразу? Двоечку кому прописать, ребят? Так, еще выходить не можем. Да, вот это у меня привычка, то, что звонок заканчивается, типа можно уже выходить, но нет. Так, все, идем. Ладно, окей, я сбегаю, один свет починю, так уж и быть, окей. Договорились. Только понять бы, где это чинится. А, чинится-то это в спорт-классе все. Давайте вот так вот сделаем. И убегаем, и убегаем. Так, значит, 26 плюс 27, это у нас 53. Так, здесь еще есть какие-нибудь у нас домашки, нет? Я делаю вид, что я не знаю, где трупы находятся. А, здесь по карте показано, где у нас... О, нашли. Где мы сейчас все собираемся? Это самый ужасный класс, там, блядь, битбокс вот этот ваш, цифры тыкать. Подожди. Где еще раз? Там, где комната... Когда мы все, когда у нас общий сбор был, типа в классе, образно говоря, там? Он снизу, под, прям под этим классом. Я там остался. А. Кто-то выбегал из класса и убил. Я сейчас типа, выбегал, типа, посмотрел вниз. Короче, оставались Доми, я, Чупикс и Зна. А где, да, где? Ниже класса качать Wi-Fi. Объясню, сейчас быстренько объясню. А так как, когда, ну, типа, саботаж закончился, он побежал вниз. Соответственно, он сразу побежал к этому заданию. Соответственно, труп... появился после того, как закончился саботаж. То есть давно валяется. Что, слишком много информации. Да, не, давай не, без да, этой информации. Класса, ты очень я сильно запутал сейчас, я очень не сильно. Не так, Джонни. Да, он что-то пиздец. Нет, кто подозреваемый? Потому что я не знаю. А зачем этот рассказ? Потому что это настолько давно сделано, настолько давно сделано, что никто, блядь, не уже все под подозрением. Да я голландского я видел недавно. Когда недавно? Подожди, а он в классе был, когда у нас саботаж был? Да. А, ну все. Он забежал в класс и выбежал сразу на это задание идти. Соответственно, мне кажется, умер секунд 20. Нет, Ася, секунд 20 назад, потому что он вернулся опять к этому же заданию. Ну все, ребята, прекрасно. Первый килл у нас есть, это вообще хорошо. А вот нефиг было плохо учиться. Надо учиться хорошо, да-да. Ладно, погнали, сейчас просто будем, ну, делать вид, что мы выполняем задание. Значит, смотрите, здесь у нас задание с перекачкой файлов. Встаем сюда, закачиваем типа файл, да? Ну давайте. Не-н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 е. Срочно в класс, срочно в класс. Я, знаете ли, не хочу умереть от этого, так что срочно бежим в класс, а? Все, я в классе. Так, а что, кто-то у нас там еще есть? Быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, урок начинается, не опаздываем на урок, не опаздываем. Быстрее, мальчики, быстрее, 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 давайте, ну. Так, ну здесь вроде никого, и здесь у меня, о, домашка заспавнилась. Давай что-нибудь выполнил. Так, 26 плюс 81, это у нас 107, да, ага. Так, все, это мы выполнили, а, о. Джонни-то убили, да? Так, Чупикса. Я почему Джонни? Драгоня. Вполне возможно, что Чупик сейчас не добежал до класса, скорее всего. Вполне возможно. Потому что, смотри, труп, смотри, вот этот класс, где мы всегда прятались все вместе, да? Вот прям под ним, да, вот прям под ним. Я просто думаю, что он вряд ли успел добежать, потому что, когда мы выбежали из класса уже после... Мы все вверх пошли. Никто вниз не спускался. Я скажу, когда свет оффнули, я старался быстренько по баскетбольную площадку всю вылезать, мало ли где-то в углу труп. Я, блядь, уже боюсь, что я не добегаю, блядь, я... Подожди, а прятаться можно в любом классе, да? То есть от этого... А, я думал только в одном. Где Джонни был? Где Джонни был? Он говорит, что в верхнем классе. Но мы только что там не было тебя. Там не было тебя. Да, я убежал. Физлюк, сразу физлюк, блядь. Мы сразу вышли. Нет, я вам серьезно говорю, типа. Физлюк. Джонни, ну мы реально вышли из класса. Мы же толпой же вышли, мы же толпой вышли. Да, и наверх пошли. Вы пошли толпой, а я пошел трупы искать в баскетбольной площадке, потому что... Так ты бы пересекся, кстати. Саботаж, что всех убивают. Так я видел, блядь, Асю. Ты сейчас говори, спиздани, что меня не видел. Когда свет Опнулся. Джонни, ты что такой злой? Не, при чем тут свет? Почему ты злой? Потому что эти два пиздобола говорят, что они не видели меня. Нет, мы же про другое говорим. Мы же про другое. Это класс стоит. Аси, ты мне сказал, что ты меня не видел у света. Я тебе у света не говорил. Я сказал, мы когда с класса выбегали верхние. Аси, ты переобулся только что. Пересмотри. У света не видели, а у света. Я про свет не говорил. Я про свет даже не говорил. Ты только что переобулся, Аси. Ты только что переобулся. Я про свет даже не говорил. А че он меня два голоса еще? Я скипал. Я скипал, я тоже скипал. Ребята, блядь. Нет, я скипал, алло. А как это сейчас получилось? Я Васе проголосовал, потому что Джонни 100% проголосовал тоже Васе. О, я теперь учитель. У меня теперь есть способности учителя. Теперь я могу активировать домашку и могу сделать общий сбор в классе. Так, давайте мы, знаете, как сейчас сделаем. Постараемся разработать какую-нибудь тактику просто офигенно. Тут у нас знат, тут у нас литпут. Окей, так, у нас, кстати, саботаж. А, вот поэтому у меня задание-то и не отображается, скорее всего. Так, там починили. А кто починил, давайте узнаем. Так, тут у нас драгоня.
и доме. Окей, хорошо. Все, пройдет сейчас КД у нас на килла, мы можем сами по сути убивать. И как раз таки КД на класс у нас пройдет через 20 секунд. Надо дождаться, скорее всего. Окей, хорошо. Значит, нам надо кого-то сейчас убить, да? Давайте мы сейчас убьем Зната. Ага. Знат, привет. Делаем вот так вот. И убегаем, и уходим. Литпут, только не проверяй, пожалуйста, Литпут. Я тебя очень сильно прошу. Блин. Где нашли? Я думаю, что это кофе. А, чего? Объясняю. Захожу в спортзал, кофе идет из спортзала. Прохожу специально дальше. Жо, а где там труп? Там разве труп был? И там был труп, да. Чупик, а где? Там, подожди. Чупик или Зната? Зната. Я вот честно говорю, не видел там труп. А в какой стороне, в каком углу? Вправо, снизу. А, ну меня там не было, смотри. Я, короче, добежал доверха. Там, наверное, выполнил, тоже есть. Выполнил задание. И побежал, получается, на левое крыло. Выполнил задание там и начал спускаться вниз. И там мы с тобой пересеклись, когда вот начался этот саботаж. Да. Вот, я просто, видишь, у меня в правом крыле не было, поэтому я не знаю, типа, я не видел там трупа, честно. Какие ты квесты в левом делал? В левом, смотри, там у нас получается стрелочка, там у нас бензин, и еще сверху я выполнил вот это задание, где надо кнопочку вот так вот переключить, типа. Ну, да, я типа за предателя, ну, только играл, получается. Я сейчас, ну да. Можем скипнуть. Скипнем. Один у нас предатель. Если бы я не скипнул, сейчас бы Вася посетил. Фух, ребят, я на таком волоске сейчас просто, вы понимаете? О, у нас книжечка. Так, давайте мы сразу побежим вперед, выполним задание вот тут. Вот, книжечка. Так, 48 плюс 22 у нас получается 70. Ага, так, это мы выполнили, все, это у нас закончилось. Отлично, так, как раз пока выполняли... О! Погоди. Чего? Литпут... Подожди, а Литпут... Ты где нашел труп? Вот, смотри, мы только что пересеклись с тобой вот тут. Подожди. Прям по центру. Я побежал направо, я выполнил задание, у меня было 151, ой, 15 умножить на 16. Я побежал что направо, я набежал, я побежал я направо, направо побежал, и там труп. Направо куда? В спортзале или где? Не-не-не, до спортзала. Типа, понял, ты с спортзала спускаешься вниз, и там по либо коридору, направо, либо налево, коридору? Да, по коридору справа. Смотри, Доми забежал внутрь спортзала. Да, я выполнил стрелку я слева и направо. Я тоже внутрь зашел. Да. Значит, это драка. Смотри, есть либо еще... Не-н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 е
не успел домашку выполнить, но мне все равно кажется, что это Олег. Не-не-не, я серьезно. Я вот прям, вот клянусь, я его сейчас не убил. Вот клянусь, клянусь. Вот прям вообще, вот прям серьезно говорю, я сейчас ничего не делал. Я просто выбегаю направо по коридору. Еще давайте скипнем, да, скипнем. Да, давай, давай, давай. А как это произошло сейчас вообще? Как? Как? Подожди, Литпут реально домашку не успел выполнить. Он реально, походу, домашку не успел выполнить. What the fuck? Что за прикол? Так, у меня задание где? Где у меня задание? Задание у меня... Блин, надо как-то выцепить кого-нибудь на самом деле сейчас. И дождаться, когда у нас произойдет перезарядка на килл. И только после этого мы сможем кого-нибудь мачкануть. Блин, ну нам сейчас надо по-любому найти просто кого-нибудь. Поэтому как бы... Нет! Фу, блин! Литпута, как ты умер? Литпута, как ты умер? Домашку это не понятно, сделал. Домашку не сделал. Домашку? Я реально просто... Я направо, да, я был. И Джонни был. Я просто направо, я направо выбегаю, и там труп валяется. Ну что ж, друзья, вот такой вот видосик у нас сегодня получился. Я надеюсь, он вам понравился, и вы, как всегда, поставили свой лайк, и, конечно же, подписались на канал. Все блин ссылочки находятся в описании под этим роликом. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайки, потому что скоро вас ждет еще много интересных модов. Ну а на этом сегодня все, ребят. Всем до скорой встречи, и всем пока-пока.